Он про меня там, я потом сказал это официально, он про меня, когда у нас была там премьера ж фильма, вот это они с плакатами шли, он же там был один из них. Да? Да, да, он говорил, ну давай, приедь сюда. Ну, да. Что-то он там рассказывал, да. Больной на голову человек абсолютно. Дурак просто, да? Ну, че, ну как можно вообще стрелять? Вообще, как можно стрелять людей? Раз. Как ты, публичный человек, можешь стрелять людей? Два. Как ты можешь в людей стрелять, которые тебя понимают? Ты же жил тут, ты сюда приезжал. Разве не ты приезжал сюда с Константином Хабенским, да. Играли вы спектакли? Это кто тебе, украинцы из тебя хлопали? Или кто тебе тут? Сидели тебе, плевали, бросали помидоры? Нет, покупали билеты. Ты тут выступал. Так что теперь? Ну, это вообще ужас.